Всем привет, привет, привет из Крыма, привет из Судака с набережной. Сегодня так немножко пасмурно, воскресенье, 7 января. Решил просто вам показать погоду, выйти. Прохладно, в Крыму снова прохладно, февраль месяц как-никак. Тепло никак не устаканится здесь, не соберется. Просто показываю вам сегодня море. А в конце хочу показать, просто у меня остались летнее видео, какие интересные люди приезжают в Судак, как они поют песенки, отдыхают, творческие всякие люди, просто чтобы вам дать немножко летнего настроения. Так что, кого интересует погода, просто смотрим температуру воздуха, температуру воды, смотрим, как выглядит сейчас море в феврале, зимой, кто по нему скучает. Гляньте на эти волны, гляньте на эти виды, на наши облака. Серые, правда, но все-таки все равно, несмотря на эту прохладу и серость, в Крыму как бы клево. А потом просто слушаем одну песенку, просто как в Крыму живется летом. Как у нас клево, как у нас тепло, как у нас весело. Давайте, привет из Крыма! Thank you.
прикуривал от меня, а теперь я пепел ни дать, ни взять. Я опять прошу у тебя огня, как 2 года, что ли, тому назад. В ошалелом августе во дворе, без шпаргалок и без черновиков, я вливаюсь в море одной из рек, никогда не знающей берегов. Это море у моря, и отмолив, стану им, не зная, что там потом море грубо сыграет со мной в отлив, оставляя мне камушки да планктон. То, что я никому не могу сказать, разве что пустым 4 стенам закипает медленно, как гроза, но ударит молнией не по нам. Пусть же тремоло треска, тревог, трухи прекратит звучать в голове моей. В раскаленный воздух взлетят стихи из недорисованных мной морей. Разве не игрушечен пистолет, если все мои выстрелы в молоко? Забери меня от меня, где свет. Далеко, пожалуйста. Thank you.